Эхолот, вы на канале Андрей ТВ, с вами Андрей Тарасенко. И сейчас я в первый раз буду играть в Five Nights at Freddy's 2 демо. Что же, эта игра криповая, ну поехали. Первый раз. Если я продержусь две ночи, то выиграю. Так, чуть крипово становится. Странно. Кого там Фокси? Как я понял, когда играли, там Фокси должен был. Туда Фокси или Фредди обычно. Я сам не играл в эту игру, честно. Слово. Проверяю каждый час. А чё же? И никого нет. О, блин, Бонни, 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 Бонни. Бонни пропал. Вот ты чё, это спринг-трап. Спринг
Странно. Крипово. Блин, Бонни! Черт, черт, Бонни, Бонни. Бонни. Защитить. Не-не-не-не-не. Нет, только не надо. Пожалуйста. Стоп, стоп, стоп. Сейчас чуть-чуть. Давай, давай, давай. Блин, Фредди! Ого. Это конец, конец, конец. Ночь продержался. Ладно, понижу. И все, только одна ночь? Ее продержался. Ну вообще, офигеть. В демо-версии только всего лишь одна ночь. Изи. Ну ладно, всем пока. Вы были на канале Андрей ТВ. С вами Андрей Тарасенко. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. И ждите завтра продолжение прохождения игры Minecraft Story Mode.